Белый дом отрицает налоговые махинации Трампа. Администрация американского лидера отреагировала на статью The New York Times о незаконном получении им наследства. Представитель Белого дома Сара Сандерс опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что президент страны Дональд Трамп получил наследство от своего отца, сумев обойти налоги. Об этом сообщает The Washington Examiner. По ее словам, служба внутренних доходов страны изучила указанные в публикации сделки и одобрила их много десятков лет назад. Фреда Трампа, отца Дональда Трампа Ред, нет уже около 20 лет, и грустно наблюдать эти вводящие в заблуждение нападки на семью Трампа со стороны никуда не годной The New York Times, заявила Сандерс. Ранее НИП сообщила, что Трамп создал подставную фирму, через которую провел миллионы долларов, полученные от родителей. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.com.